ладно, там еще раз надо. Ладно, хорошо. Тягаешься. Какие мы счастливые. Ага. Последний. Можно? Не, я тут просто забыл. Попробую вспомнить, да. Последний, почтовый. Там еще были ангелы, но вот почтовый. И я поняла, что все, вот после этого как бы я могу вообще уже больше ничего не делать. Все. Встреча произошла. Как бы там отдельно ангел, отдельно человек, да, отдельно там. Вот, я все мечтала, когда же они встретятся, когда же вот, причем соединение произойдет. И вот тут случилось. Бедный человек. А? Бедный человек? Не понял. Скучать ей не резон, ведь
сидит ангел на лавке и берет его с собою под широкий и надежный старый зонт. Чуть живой почтовый ангел пьет на кухне чай с малиной. Сушат письма утюгом, превращаются в послания, разогретые чернила, и колышутся, как пламя, над листом. Мирно спит на кухне ангел, положив ладонь под щеку, улыбаясь, как ребенок, что не ведает врагов. По обшарпанным подъездам носит письма Баба-Клава из ангела почтовый. Нет долгов.